Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо вам за терпение. За терпение, за то, что вы пришли сегодня сюда послушать нас. Наша программа это экспериментальная программа. В общем-то, здесь будут соединены порой такие несовместимые вещи. Но я думаю, вы как-то благосклонно отнесетесь к тому, что все это будет, ну не знаю, первый раз. То есть эта программа – это премьера. Эта программа будет как бы в виде такого одного произведения, примерно полуторачасового. И в этой программе, в этом как бы произведении будут несколько таких сюит, состоящих где-то из двух, из трех композиций. Будет вокальная партия, песня. После нее будут играться такие композиции на лире в виде таких ответов на песню или в виде как бы импровизации. Такие инструментальные. Нет, не будет импровизации. Это будут, в общем-то, такие готовые композиции, но они будут ответами импровизационными по смыслу. Мы никак не ограничиваем вот вас в поддержке нас. То есть вы можете после каждой композиции, каждой сюиты в этом большом произведении как-то реагировать, как вы хотите. Орать, хлопать. Да, да. Если понравится, если не понравится, тоже. Дело в том, что мы просто внутренне будем настроены и настраиваемся на такое длинное произведение. Где-то, по идее, должно быть оно похоже на картинки с выставки Мусоргского. Идеология такая, вот концепция этой программы. Ну, не знаю, там еще мы не определились точно. Значит, начинаем мы эту программу с песни, потом, значит, идут композиции, потом снова песня, потом снова композиции. Причем они будут, не все будут песни и композиции, как сказать, одновременно играться. А будут некоторые такие паузы, где мне придется настраивать инструмент. Дело в том, что он очень такой сложный инструмент, здесь очень много струн, и поэтому после каждой где-то композиции придется его перестраивать. Но это не должно останавливать общего такого течения концерта. Просто мы по смыслу, мы как бы, эта настройка вот этой лиры, она должна, ну не знаю, так вплетаться в общий смысл этого произведения. Я бы сказала, что это будет такое маленькое музыкальное путешествие по славянской Европе. То есть, Андрей говорит, композиция — это инструментальное произведение, это часто народные мелодии, там болгарские, македонские будут, и они совершенно органично сочетаются с украинскими песнями, как оказалось, почему-то, вот, наверное, да, потому что все славянское, оно имеет общие корни, вот, и где-то славянская музыка, а где-то, опять же, музыка барокко, потому что псалмы лирников, песни, которые я пою, они во многом барочные, средневековые, там есть свой строй мелодии, и, опять же, у нас будет один трек, не знаю, один номер, в котором совершенно органично это сочетается там с баховской мелодикой, совершенно спокойно. Вот. В общем, сами услышите. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
О, Йорле, чок, сокол.
это не из серии. А вы, друзья, как не садитесь? Mm-hmm.